Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». Сегодня у нас на обзоре складной нож Benchmade Grizzly Creek. Поставляется нож в очень приятной и дорогой упаковке. В комплекте небольшое руководство по эксплуатации, удобный чехол для переноски и хранения ножа и сам нож. Щечки рукояти ножа сделаны из комбинированного материала, а именно из стабилизированного дерева, пластик с вкраплениями дерева и нержавеющей стали. Для удержания лезвия в рабочем положении применяется замок Axis Lock. Он выходит на обе стороны ножа, благодаря чему модель подойдет как для правшей, так и для левшей. Толщина обуха составляет 3,2 мм, что обеспечивает долгий срок эксплуатации данной модели в любых условиях. Клинок изготовлен из стали CPM S30V, о чем свидетельствует гравировка на правой стороне клинка. Эта сталь очень прочная и часто применяется в ножах этой серии. Длина клинка составляет 89 мм, при полной длине ножа 199 мм. Эта модель популярна в армии США, ввиду чего и получила широкое распространение среди обычных потребителей. Крюк находится на задней верхней части ножа. Его можно использовать как для вскрытия животных, так и для съема нежелательных сучков на небольших ветках. Передняя часть клинка сверху выполнена по технологии Drop Point, то есть со спуском кончика ножа, что обеспечивает максимально полезное использование режущей поверхности ножа. Режущая кромка выполнена в виде сложной ступенчатой заточки. Такая заточка достаточно острая и обеспечивает долгую сохранность ножа. Модель отлично подойдет как для повседневного использования, так и для безопасного освеживания туши животного. Приобрести нож можно на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».